Сегодня в рядах волонтеров серебряного возраста полсотни сочинцев. Самому старшему из них 84 года. Волонтерская деятельность дает возможность этим людям общаться, быть полезными обществу, востребованными, что так необходимо в пенсионном возрасте. Ну а их помощь и активная позиция, в свою очередь, необходима городу. События в Сочи не заканчиваются. После «Формулы-1» курорт примет авиашоу и всемирные хоровые игры. Анатолий Пахомов отметил, важно, чтобы пожилые сочинцы приводили в свои ряды новых добровольцев. Скучать пенсионеру не должны. Глава курорта рекомендовал собравшимся проявить свои организаторские способности и создавать еще больше площадок для встреч, для сборов по интересам. Нам надо теперь уже с вами как-то вот это продвигать и создавать. Это и есть тот гуманитарный проект, о котором мы все время говорим. Мы подписываем хартию, меморандум «Я люблю Сочи». Это все направлено на то, чтобы людей втянуть в активную жизненную позицию, создать условия для того, чтобы они нашли себя. Кто-то в шахматы играет, кто-то в шашки, кто-то в теннис, кто-то танцует и поет. Вот это нам надо создавать. Задача одна – втягивать все большее количество людей в эту активную жизнь. В Сочи 120 тысяч пенсионеров. Занятия по душе в столь богатом на события городе, отмечает мэр, найдутся для каждого. Ко всему прочему, людей серебряного возраста начнут привлекать и к занятиям физкультурой.